Привет, я... Катя Лейн. Когда-то я была очень популярной певицей. Теперь я чуть-чуть отошла от сцены. Ну ничего, кончится пандемия, и я обязательно будет мой концерт. Только надо узнать, где же будет мой концерт. Первый концерт Кати Лель после пандемии. Или... Я два. Может быть... Ньюэ. Ньюэ? Это что такое? Может быть... Танзания. Это что-то слыханное. Или в Японии. Или в Японии. Так. Ну куда? Куда учитель Балди отправит Катю, ученицу Катю Лель? Да-да. Я не только один, я и с другими еще школьниками рад тебя видеть. Я вас отпускаю сегодня. Перед тем я позвал других учеников, которые вам помогут. И учил их голосам животных. Вот. Особенно я выучил голоса животных. Домашние питомцы. Которые живут... Ферма. На ферме. Это кто у нас там? Корова. Коровы живут на ферме. О, собаки живут на ферме? Живут. Собака. Конечно же. Ну вот, и остальные. Так, где же у нас тут фермы? Есть где-нибудь фермы? В Японии, наверное. Думаешь? Ладно, Япония первый балл получает. Ну вот, так как мы хорошо поучились, мы можем послушать песенки. Сколько нас? 5 у вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Оторвали мишке лапу. Варвары. Порвали мишку. Потому что он хороший. Молодец, девочка. Давай. Что починила руку плюшевой мишки. Да. Мишка у нас какого цвета? Коричневый. Так что заодно поищите. Коричневый цвет. Так. 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 Танзания. О, Танзания. Первый балл получает. А теперь я звал еще учеников, которые вам помогут. О. Зомби, эндермен и вилажер. О, я войду за тобой. Я буду ходить за тобой, потому что я... Эндермен. А я мозги, я твои мозги скушаю, вкусняшки. Мне таких не надо помощников. Ладно, я помогу тогда. Я... Со звукой. Да. Пока днем эти спят, я вам помогу. Нота. О, музыка играет. Ньюэ. Первый балл. Мотоцикл. Мне нравятся крутые мотоциклы. Мьянма, первый балл. Ягненок. Так. Индюк. О, ну да. Ну, извините, мне надо свою овечку попасти. Пойду я найду ее, где она там. Муфаса и Симба. Смотри, к нам приехал доктор. Айболит. Ага. Ну так, Симба, проверим, если ты выучишь азбуку, значит тебе ничего не болит. Ты полностью здоровый и умный львенок. Спасибо, Айболит. Тараканище. Что? Тараканы у тебя в голове? Яблоки. Яблоки. Львы разве кушают яблоки? Мой додыр. Да, помоемся потом. Носороги. Так, давай, Симба. У меня готова ванна для тебя. Все, все, отправляемся, отправляемся. Колдунья. О. Миша, Миша, к нам в лес прилетела... Колдунья. О. Кто тут рычит?
проваливай из леса, колдунья, лети в другой лес. Да, тут дети вообще-то играются. Догонялки играют, прятки играют. И думают... И думают новые рассказы. Где же этот сказочный лес? В Мьянме, наверное. Второй бал. Ну ладно. Я прилетел туда. Волк-кладовщик. Ха-ха-ха-ха. Сейчас всех бандитов за борт выкинем. С краном поймаем, выкинем. Итак, всех... Бандит. Бандита. Бандида. Бандитов. Ха-ха, яхта готова. Врунгель, Калис, зайца видал? Ну, нет, к сожалению. Я не видел. О, я слышу смех зайца. Догони меня, волк. Врунгель, отвези меня к зайцу. Ну, поехали. Только куда? Заяц находится сейчас в Японии, в городе Токио. Второй бал. Поехали. Полный вперед. Встретимся вам с тобой в Токио. Хан Соло. Хан Соло. Хан Соло, такс. Что у нас тут такое? О. Я бы спас тебя, принцесса, но я не понял ни одного слова, что ты сказала. Срочно к тебе к логопеду. Чтобы язык развязал. Так, а где они там? А, я помню, солнце над лесом. Вот. Японии. Да, третий бал. Так, третий бал Япония. Может ты? Принцесса Лея. Может, ты как-нибудь поймешь, что пела эта принцесса? Она покой потеряла! Она в Африке покой потеряла! Она вокруг света гуляла, гуляла! В Африку попала и потерялась. Спасать надо ее. Африканской страны. Танзания. Вот, из Танзании третий бал. Так что я пошла спасать принцессу. Weird girl. О, ух ты. Ты кто? Я Маша. А ты кто? Я weird girl. Ну, она странная девочка. А что это у тебя там? Ну, буквы русские. Ух ты, я не знаю. Поможешь мне выучить? Конечно. Нажми и слушай. Яблоко. О, вкусные? Вкусные. Маша. Поиграй со мною. Сейчас выучим азбуку. Обязательно поиграю. Тыква. И поедим яблоки и тыквенный суп. Ножницы. И будем делать всякие поделки ножницами. Все, пока, до свидания. Jungle Junction. О, это что такое? Вы кто такие? Мы зверюшки превратились в машинки. Зверюшки, которые превращаются в машинки. Круто. Это работа для Стёпы механика. Явно для Стёпы механика. Он вас отремонтирует. О,
А также он отремонтирует мою красную микроавтобус. Ну, поищем красный цвет. Ньюэ. Третий балл. Мьянма. Четвертый балл. Япония. Япония, четвертый балл. Ну, во, круто. Мопеты. Ну что, послушаем песенку? Да, братишка. Сколько букв в слове «мопец»? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Песня номер 10. Утята, какого цвета? Желтые. Как мой пиджак. Ищите желтый цвет флагов. Мьянма. Это четвертый балл. Танзания. Пятый балл. Ньюэ тоже пятый балл получает. Ну вот, круто. Послушали песенку. Ок. Такс. Ученик кот. Выполнили ли вы домашнее задание? Подъем, ученик кот. Если ты будешь спать, кот, я отберу у тебя сапоги. Ах, ты смеешься еще. Это не я. Это девочка. Да? Лучше скажи, Катилель, куда отправиться. Ньюэ, он сказал. Шестой балл, Ньюэ. Кот в сапогах убежал. Сам виноват, а мы хотели его пригласить полетать на... На вертолете? Да, отправиться прямиком в Ньюэ. Седьмой балл. Ну ладно. Он убежал. Мы без кота полетим. Он... О. Так, ну что, зомби, поможете? Ночь уже. Спать можно только. Ночью. Ночью спать. Ночью спать. Все, пошли спать они. Ну, сходим, папа, сходим парк динозавров, пожалуйста. Ладно, Симба. Послушаем, как кричат эти динозавры. Ух ты, как они рычат. Я тоже умею так. Кто тут разрычался? Уйди мы. Динозавры. Смотрите у меня. Еще раз разбудите, подарков не будет. Все. Пойдем, Симба. Пойдем. Фу. Почти без подарка остался, но так нельзя делать. О. Слушай песни, колдунья. Может быть, найдешь подсказку. Сколько у меня букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Песня. Остров. Есть ли тут острова у нас? Посмотрим. Япония есть. Да, там много островов в Японии. Пятый балл. Так что, Катя, отправляйся в Японию. Выучи азбуку, Балк. Что? Я? Чтобы азбуку? Я сейчас краном кого-то зацеплю. Сейчас я кого-то найду. О, все. Подъемным краном вытягиваем. Я вытянул. Коносова из «Звездных войнов». Кто меня вытянул краном? Волк. И Волк хотел, чтобы ты выучил вместо него азбуку.
Ну, волк, я еще разберусь с тобой. Якорь! Ящерица! Да, опустим якорь в Японию. 7 балл. Муравей! Медведь! Ну нет, в лес я не хочу, ребята, нет. Торт! О! Телефон! О! Торт, телефон, Танзания, это хорошее место, 6 балл. Ножницы! Нитки! Ты что, меня швеей называешь? Какая я тебе швея? О, ну ладно. Так. Ну, принцесса Лея, у тебя задание специальное. У тебя? Нарисуй след от ракеты. О, ура, наконец-то я полечу в космос на ракете. Все, пока всем. Эй, куда ты улетела? А кто коров будет доить? Ты будешь доить коров. Нашли крайнюю, понимаешь ли? Чтобы я доила коров, кормила свиней. Чтоб я яйца собирала от кур. Эх, ну ладно. Эх, жизнь моя, жестянка. Так, ну... Лучше тебе последнюю азбуку. Да, мы хотим стать тачками. Давай. Насос. И качать шины. Тачки. О, крутые тачки. В Танзании. 7 балл. Муня Маккуин. Я хочу быть быстрым, техничным, Муня Маккуин. Яма. И попасть в яму. Ой, нет. Эй, ладно, красотка. Мы с маппетами доставили главного эксперта. Да, мы тут посовещались все вместе и решили, что главный эксперт из сегодня будет... О, ребята, которые путешествуют к центру Земли. Вы, Качалель, можете к ним присоединиться и отправиться в центр Земли. В Мьянму. Ух ты, как там красивенько, а? Какие-то индийские ритмы. Ладно, разберемся. Итак, Качалель отправляется с концертом в Мьянму. Ждите запись концерта на канале РТР Планета.